Піу. Не намагайтесь її там обезвредити. Така хуйня, короче. То в нас каждый день минус сапер, или раненый, либо 200-й. Это опасно. И помимо того, что когда идет, допустим, бригада, вот, либо идет там человек 12, даже когда на проходы идут, вот, то первые идут саперы. Они минируют даже своих побратимов. Для чего это делается? Потому что они знают, что у нас группы, которые вывозят раненых, вывозят 200-х, то наши ребята, когда поднимают, они сталкиваются с этим, то, что под ними есть взрывчатка. Вот в чем дело. Відірвав пальці на нозі, він потрапив на пелюстку, і це мене шокувало, і я почав думати, як цьому запобігти. Дуже необхідна річ. Тому що, наступивши на протипіхотну міну, чи ПФМ-ку, чи ПМН-ку, ноги остаються цілими. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer van dit soort video's zien? Download dan onze app of kijk op onze site rtlnieuws.nl.